Ну, наша районная организация Белорусского союза женщин активно включилась в акцию «Беларусь помнит». И сегодня мы пришли отдать дань уважения и вспомнить детей, замученных фашистскими оккупантами, погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь у нас захоронены ребята из более 70 детей из Ленинграда, Прибалтики, Белоруссии, Смоленской, Орловской области, дети международного пионерского лагеря при санатории Новоенне, погибшие от голода и эпидемии, замученные фашистскими оккупантами. Конечно же, мы здесь все, чтобы вспомнить их, конечно же, возложить им дань уважения, и чтобы наша страна больше никогда не знала вот таких ужасных минут, ужасных событий в жизни, чтобы наши дети, конечно, жили под мирным небом, чтобы мы были здоровы, чтобы они ходили, улыбались, и чтобы как можно дольше звучали в эфире молитвы матерей о жизни и здоровье своих детей, чтобы не было слез, а если будут, то слезы только радости от того, что мы живем недаром на этой планете Земля. Поэтому мы сегодня, конечно же, скорбим по здесь захороненным детям, но в то же время мы рады тому, что мы живем под мирным ясным небом.